тут-то уже нормальный такой. Не, на дискотеку. Дискотека у меня с хвостиком, которая, помнишь, показывал тебе. Тульскую замучаешься топить тут. Если только покрупнее поставить. Там леска уже кончилась, оказывается. Но. А? Да не, надо менять уже. Окунь-то такой более-менее. Чего за легкой рыбой пошли? А? За легкой пошли. В дискотеку? Мормышки, понятно, черная, желтая бывает. Дискотека. Да? Дискотека желтая. Ну сейчас вот доставать буду, покажу. Круглая такая она, как это. Помнишь, шары на дискотеке были? Ну вот дискотека. Ну и так надо обязательно делать, да? Ну конечно, а как? А что, просто положил, не клюнет? Не. Сжег у него на хищник. Если а просто. Просто положить это, если это, белую рыбу. Ну кормить надо. Ну не, ну бывает, когда если убить. Ну тут, кстати, это, сороги-то много, можно и настоячку попробовать. Мы просто белую рыбу не ловим. Сорога на глистами. Ну, она вся глистявая тут. А вот как вы почувствуете, что... Да, ну, кивок сразу, дым. Конечно, вот, мелкая поклевка была. Видел? Ну это, блин, да, это, так сказать, мастерство. Да ну нафиг. Новичкам, наоборот, больше везет. Да. Как это? Ну-ну-ну. Ну, здесь метров 8, да, наверное? Около 8 метров. Ну, может, чуть поменьше, ну, примерно я так руками же мерю.
8, ага, где-то примерно. И не берет, да? Ну, у меня дискотека это, она сколько? 1-2 грамма, Олег говорит. У меня меньше. Замучаешься топить меньше-то. Так если там клюет, так что? От добра добра не ищут. Где он еще глубже сидят? Здесь? Мельчать стал. Коля, а Коль? Клюет, наверное. Мужик-то вот подходил, говорит, на мелкоте сижу, клюет. Вот такой занос его, блядь. Понюхать хотел, блядь. Вот ты, блин, в лунке убежал. Угу.
Ай, бля. Лего там тащит. Слабины не давай. О, блин. Да, чё она? Для глубины сама то. Да, наверное, мели хорошо. Тонет. У меня та стояла. На гриб. Ну, он это, подходит. Видимо, скопления нету. Надо дырочку просверлить и камеру опустить. Рядышком пускай снимает. Под водой, как он там себя ведет. На камеру? Да, они любят Эй, блин, слабину дал. Лек рыбу собирает.
надоело рыбачить. Что-то подзатих, да? Подзатих, говорю. Лежит, наверное, на дне, отдыхает. Ты снимаешь? Да. Ну, камера включена. Хочешь, посмотри. Нет, на тебя. Я ж вижу тебя. Ну, елки. Леща прямо под лещика. До леща ему еще года два расти, то и три. Ух, какая там ветродуйка. Да что ты, блин, точно ерши, наверное. Конечно, нет, вроде не сильно мелкий. Окунишка. Ну, уже 12 доходит. Выдрачил. Рядышком совсем. Куда-то в сторону увел леску.
А там у тебя, наверное, и не трясется мормышка-то. За счет подъема только. А попробуй посильней. Сразу клюнет. Да там глубина большая, ты вот пока вот так вот это, да и мормышки не доходит ничего. Да, дофига. Половина неактивный просто, а так-то подбегает, клюет. На белую стал брать. Ох, окунек, зубы его. Ты опять на дискотеку, да? Так он съел мотыля. А потом уже решил, наверное, вольфрамом закусить. Нет, двумя. У него просто что-то он больной. Ну, глаз-то есть. Прищуренный у нее. В дельтапланах летает он. На этих, на крыльях-то на этих. Не боится в такой ветер. Ну, блин, как унесет куда-нибудь. Ну, у меня вот здесь 9.
А он брать стал просто. Да, я думаю, да. Вечерний жор у него начался. Вечерний жор начался, нахуй. Вечерний жор. Чего с чабачкой? Вот ты, блядь. Убежал, нахуй.